Так, здравствуйте. Доброе утро. Дайте мне, да, пальчик вверх, кто готов к путешествию. Так, Эдик, Ирина, Борис, Ольга и В, не знаю, честно говоря, Наталья, Алевтина, Светлана. Наталья, Сергей, Татьяна. Так. Давайте начинать. Благодарю всех, кто просыпается утром, выделяет, ну, у нас примерно час уходит, выделяет время на занятия. Сегодня, как я анонсировал, будет, ну, следующее. История вот с этими комплектами, крыши сдвигающими. Всего было определено вот на первой стадии, на тот момент, когда я занимался этим записям, я говорю, повторял уже там почти 20 лет. 108 асан было определено, и первая часть этих 108 асан мы попробуем сегодня сделать, но мы, скорее всего, все не сделаем, я разобью это тоже на две части. Вот этот первый блок, он состоит из четырех таких прогонов с шавасаны, небольшой, с промежуточной шавасаны. Ну, я думаю, как минимум два мы сделаем сегодня. Давайте настраиваться. Садимся удобно. Все-таки, что бы мы с телом не делали, важно, как, в каком состоянии у нас мозг. И я все-таки хочу, чтобы вы обращали внимание на работу внимания, работу нашей психической, ну, то есть психики. И если взять, помните, я многократно уже... Ну и так знаете, и многократно уже напоминал вот эту восьмиступенчатую йогу по Патанджали, и формально можно разделить на четыре этапа. Четыре этапа. Не обязательно, что они друг за другом идут, они могут быть параллельно идти, да? Но четыре этапа, ну вот куда двигаться. Это, ну, управление, это различные формы управления. Первое у нас у Патанджали Шлока, первый стих, да, говорит о том, что йога – это управление движениями ума или остановка колебаний ума, читта, вритти, ниротха. Но определяется там вот в этих восемь ступеней, их можно объединить. Там яма, не яма – это поведение, управление поведением нашим, то есть какой-то свод ограничений, какой-то свод рекомендаций. Да? То есть морально-этические какие-то концепты и, ну, это управление нашим поведением. Дальше следующие там асаны и пранаяма – это управление, сознательное управление бессознательными всякими процессами. Вот, то бишь, это рефлекторная, ну, вся вот эта рефлексия, рефлекторика мышц, мышечная, процессы дыхания, кровь, и мы формально через определенные, там, вот что мы сегодня будем делать, да, через определенные комплексы телодвижений, психоделических каких-то штук, дыхательных пранаям, мы влияем, да, на наше состояние. И все это отмечают, что идет изменение. И если, на мой взгляд, если мы занятием, медитацией, там, пранаямой, йогой или чем-то таким не улучшаем, вот было так, стало, ну, вот что-то поменялось. Если ничего не меняется, мы не улучшаем наше состояние, так или иначе мы приходим из-за, надо признаться, из-за неудовлетворенности чем-либо. Ну, зачем мы тратим столько времени? Ну, какая-то неудовлетворенность. И это по Будде, да? И мы, если мы какую-то
удовлетворение получаем, там временное или накопительное постоянное, которое там перейдет в какой-то уже новый, следующий этап, то мы на правильном пути с вами. Вот. Первое – управление поведением, второе – вот этими бессознательными процессами. Следующее – пратьяхара, дхарана, управление чувствами. Мы органы чувств уже подключаем сюда. И следующее уже тхьяна и самадхи. Это управление психическими процессами. Это так. Общими словами. Ну что, давайте посидим и определим наше состояние сейчас. Попробуйте не двигаться, улыбнуться себе, улыбнуться миру вокруг, улыбнуться своему окружению. И создать фон таких положительных эмоций, это важно перед любым начинанием, например, перед каким-то занятием или фактически перед началом дня любого, да? Давайте. Улыбка помогает. Давайте сегодня будем использовать благодарность. Попробуйте поблагодарить себя. Найдите, за что поблагодарить себя. Найдите, за что поблагодарить кого-либо конкретно за что-то. И поблагодарите ваше окружение, там, в буквальном смысле, вот, поблагодарите, что у вас есть возможность, вот у вас есть телефон такой современный, есть пол, крыша над головой. В буквальном смысле поблагодарите, да, сделайте ценным то, что сейчас есть. Одежда есть, друзья есть, семья, шкаф там. Еда. Сделать это ценным. Каждый следующий момент времени чего-нибудь может не быть. Поблагодарите свое здоровье, поблагодарите тело, свои процессы психические, что вы их можете чувствовать. Я считаю, основные два параметра, которые необходимы для дальнейшего, для успешного прохождения жизни, это любящая доброта и благодарность. Фундамент такой. Хорошо. Давайте немножечко разомнемся, стоя. Ноги. Ширина таза. Встаньте удобно. И сжимаем, разжимаем кисти рук. Пройдемся по суставчикам. Сжимаем, разжимаем. Растопырили пальчики, вверх-вниз двигаем. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Вытолкнули. Толкаем, 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 толкаем. Соединили, не соединили, а направили друг к другу вверх-вниз. Ага. Встряхиваем. И вот таким образом встряхиваем. Кисти расслаблены. В локтевых суставах и в плечах мы проворачиваем
делаем такие повороты. Хорошо. Встряхнули. И покачаемся вот таким образом. Так. Не забить. Произвольное дыхание у нас. Повороты. Вот я уже говорил, важно оживить вот эту зону ключичную. Вот, вот здесь она. И включить вот эти все вот здесь лимфодренаж вверху. И теперь два оборота. Три. Обе ручки в разные стороны. В другую сторону. Хорошо. Встряхнули. Почувствовали эту зону. Правое ухо вверх. Левое ухо вверх. Правое вверх. Левое вверх. Меняем. Вперед-назад. Вперед-назад. Хорошо. Право-влево. Повороты. Опускаем голову вниз. По кругу. Раз. Два. Три. В другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. На пояс. Круговые движения. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. На другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Таз зафиксировали. Верхней частью. Вместе с шеей. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Правую ножку подняли. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, по другую сторону у нас два, три, четыре, пять, шесть. Вторую ногу. Два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Зацепили за ножку, потянули. С одной стороны. С другой стороны. Колено 90 градусов. И вот таким образом. Упс. Угу. В другую сторону. Вторую ножку. В другую сторону. Ножки вместе. Носочки, пяточки, носочки. Внешние, внутренние. Пальцы растопырили, сжали, растопырили. И традиционно пройдем коврик таким движением.
Попробуйте. Вот кто, если есть новенькие, мы поджимаем под себя пальчики и с прямой спинкой, с небольшими такими ударами по проходим, продвигаемся вперед. Хорошо. Стоим ровненько. Вытянулись макушкой вверх, копчиком вниз. Руки через стороны вверх. Вдох на носочках. Дыхание уджайи. Выдох. Вдох. Выдох. Шумное уджайи. На вдохе звук О. Шепотом. Выдох, звук А. Руки вперед, вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Такой мягенький, приятный прогиб. Вдох. Выдох. Руки вперед и в стороны, вдох. Ладошки раскрываем вверх и назад. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дыхание уджайи. Продолжаем. Лежа. Так, ложимся на спинку. Сейчас я давайте посмотрим, насколько дыхание. Я пока не уверен, что в каждой асане будет определенное количество дыхания. Посмотрим, как пойдет. Все, начинаем. Закрытая шавасана. Вот ножки вместе. Руки справа, слева. Выдохнули. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Хорошо, беремся под бедра, приподнимаемся, скругляем спину, дышим, вдох. Носочки вытянули. Выдох. И еще скругляемся, вдох. Выдох. И еще скругляемся, поясница на полу, вдох. Выдох. Опустились, большие пальцы соедини, руки за головой, носочки на себя, вдох, от себя выдох, растягиваемся вдоль пола, на себя вдох,
От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. Руки в стороны. Ноги вверх, носочки на себя. Вдох. От себя выдох. На себя вдох. Если ножки не выпрямляются, значит присогнуты. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. Выдох. Над правой ладошкой занесли. Смотрим влево. Подняли вверх. Вдох. Над левой ладошкой выдох. Вверх. Вдох. Справа выдох. Смотрим влево. Скручивание. Вверх. Вдох. Слева выдох. Смотрим вправо. Явно. Право выдох. Верно. Влево выдох. Вверх вдох. Согнули ножки. Выдох. Теперь смотрите, согнутые ноги, правая нога сверху. Закрутили. Вот таким образом. У кого это не получается, тогда вот так. Тогда вот так. У кого получается, правая сверху. Таз чуть-чуть правее. Колени влево. Левая ладошка на колено. Смотрим вправо. Вдох. Выдох. Дышим животом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Подняли ноги, колени. Вдох. Расплели таз на место. Левая сверху. Заплели. Таз левее. И опустили в правую сторону, лопатки на полу, правая рука на коленах, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Расплетаемся. Ложимся. Большие пальцы за головой. Ножки вытянули. Носочки на себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. Хорошо, пальчиками потянулись вперед. Садимся. Садимся. Ягодицы назад. Руки через носочки на себя, руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Опускаем ладони на пальцы.
Если не дотянуться, сгибаем колени. Вдох. Давайте с втягиванием живота. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Опускаемся ниже. Скругляем спинку. Туловище укладываем на бедра. Висим. Вдох. Выдох. Тело с утра не разогретое, и обычно наклоны, они не такие глубокие, ничего страшного. Чувствуем, что там происходит. Вдох. Нам важно ощущение, выдох, и важно находиться в максимально возможном положении тела на сейчас и находиться в нем какое-то время. Вдох. Позволяет телу чуть-чуть выдох продвигаться. Вдох. Выдох. Втянули живот. Поднимаемся. Перекрещиваем ноги. Переходим на живот. На животе правую руку вытянули. Перешли на правый бок. Левые пальчики возле туловища приподняли. Туловище. Ребрышко оттянули, поставили. И ноги подняли. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Сократили левый бок. Выдох. Хорошо, легли. Ладонь под... Правая ладонь под затылок. Правая нога согнута. Левая нога вверху. Берем себя за большой палец. Вытягиваем. Угу. Потянули. Вдох. Выдох. Еще тянем. Вытягиваем пятку вверх. Выталкиваем. Выдох. И еще вытягиваем. Вдох. Выдох. Хорошо. Меняем бок. Я поменяюсь вот так, чтобы к экрану быть ближе. Бок вытянули. Левый бок натянули, приподняли, поставили ножки вверх. Подышали. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Правый бок сокращен. Выдох. Хорошо, легли. Правая ладошка, вот, левая ладошка под затылок. Левая нога присогнута. Правая нога вверх. Прием за большой палец. Вытянули. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Еще натянули. Выдох. Еще натянули. Вдох. Выдох. Хорошо. Опустили. Ложимся на... Сейчас у нас переход на железный мост. Сейчас вот кое-что проверю. Ложимся на спину.
Готовимся к железному мосту. Так, звук отключить. Железный мост. И у нас мост, потом халасана, потом опять мост, потом опять халасана. Вот такая история. Ложимся. Сначала выход в железный мост. Стопы возле таза, ножки вместе. Приподняли таз, замок под тазом. Собрали плечи, лопатки. Разомкнули руки в кулаки и вытянули ножки пятками в пол. Дышим вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Стопы возле таза. Лопатки в стороны опустили. Но с позвоночника вниз. Руки за головой или возле таза. Или за головой. Ножки вверх. И опускаем ноги за голову. Или туда, куда получается. Дышим вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Возвращаемся. Стопы возле таза. Еще один железный мост. И прямо в мосту правой ногой вверх, потом левой ногой вверх. Обратите на это внимание. Если не получается, просто мост. Поднимаем таз, кулаки в пол. Вытянули ножки. Правую ногу подняли. Вдох. Выдох. Опустили. Левую ногу подняли. Вдох. Выдох. Таз на весу. Опустили. Правую ногу вверх. Вдох. Таз выше. Выдох. Левую ногу. Вдох. Выдох. Опустили. И правую ногу вверх. Вдох. Выдох. Держим мост. Левую вверх. Выдох. Таз выше. Стопы ноги согнули. Легли. Халасана. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ноги вверх. Согнули возле таза. И отдыхаем. Первый блок прошли. Лежим спокойно. Вдох-выдох, втягивание живота. Можно ладошки на живот поставить, положить и массировать втянутый живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох.
Выдох. Тянули. Хорошо, отпустили. Ножки сгибаем. Берем себя под колени. И садимся. Дальше такой сложный блок. Прыжки в упоре. Вот мы уже делали. Прыжки в упоре. Предлагается 12 раз освоить. Ну, давайте все-таки, как в прошлый раз, с трех раз начнем. 12 прыжков – это вот то, что в перспективе нужно освоить, чтобы, если это мы будем практиковать, тело будет укрепляться и постепенно приходить в форму. Встаем, ложимся и делаем вдох. Чатуранга. Выдох. Два вдох. Копчиком потянулись к пяткам. Выдох. Три вдох. Выдох. Хорошо ляжем. Вдох, выдох. И попробуем. Ну, кому это совсем никак, конечно же, пропускаем. Поднимаемся в упор. Три раза вперед. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Хорошо. Колени в пол. Садимся. Переходим на положение сидя на таз. Навасана. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Согнули коленочки. Поставили ладошки сзади. Поза стола. Смотрим вперед. Таз вверх. Смотрим вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустились. Ножки вместе. Поднялись. Смотрим вперед. Вдох. Таз выше. Развернули плечики в стороны. Выдох. Опустились, легли в позу лодки, беремся под бедра, касаемся поясницы, ножки вверх, руки вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Сгибаем колени. Садимся. Поза стола. Приподнимаемся. Ноги и руки, как четыре ножки. Вдох. Смотрим вперед. Выдох. Дышим животом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Таз между ладоней. Выдох. Подняли таз вверх. Вдох. Таз к пяткам. Выдох. Повисли. На плечах. Плечевое вытягивание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
вдох. Обращаем внимание на приятное ощущение тела. Выдох. Садимся. И теперь нам нужно тыльными частями упереться в ребра, локтями вперед. Если это не получается, то берем одну руку, потом вторую. Если получается положить колени, положить локти между коленей, то мягко включаем ноги. Скругляем спину, шею и пробуем соединить локти. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ложимся. Соединяем ладошки. Ладони тянем вверх, голова вверх, дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Беремся под бедра. Садимся. Так, еще три асаны и шавасана. Значит, первое. Правая нога сверху, руки справа-слева. Вот, нужно приподняться. И смотрим, насколько это получается. Ножку на себя, носочек на себя, вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. Тоже надо прийти к 12 дыханиям. Но пока вижу, что... вернее, не вижу, а чувствую, что это пока сложные формы. Но попробуйте освоить. Вот ножку мы просто закидываем. На плечо, на плечевую косточку. И поднимаем таз, руки справа-слева, пальцами вперед. И, возможно, для кого-то это уже потолок на сегодня. Ножку приподнимаем, носочек на себя, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Перекрещиваем ножки. Лодыжки перекрещены. Садимся на верхнюю пятку. Вот, чтобы долго не объяснять. Если это невозможно, то просто садимся на пяточки, не перекрещенные. Наша задача сейчас менять перекрест. Смотрите. Ладошки справа-слева, поднимаемся над полом, перекрестили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или на весу, или давайте перекрест, легли, перекрестили, легли, поменяли перекрест, легли. Сели, вернее. Подняли, перекрестили, поменяли перекрест. Раз. Два. Пятка в промежность ударяет. Нам нужно активировать мулабандху здесь. Пятка в промежность. Подняли. Сели. Подняли. Сели. Хорошо. Так, дальше симхасана. Ну, у кого вот такая поза получается, смотрите, гамухасана. Сидим так. Если нет,
Вот так. Хорошо? Гамукхасана, правое колено сверху. Важно, чтобы таз был на... Так, правильно я? Угу. И теперь три раза язык тянем к грудной клетке. Глаза тянем меж брови вот сюда в макушку, в третий глаз и туда вглубь. И со звуком ха выдыхаем. Вот, давайте. Руки при этом будем вот так напрягать. То есть выдох, напряжение. Попробуем. Вдох. Вдох. То есть надо вот так. Обязательно структуру лица натягиваем и выдыхаем со звуком ха. Вдох. Меняем ноги. Гамукхасана. Или в любой позе. Можно на коленочках сидеть. Ага. Поехали. Вдох. Когти делаем. Расслабились. То есть мы активируем горловую чакру и сахасрару, аджню, центр головы на тему, вот когда мы туда глаза загоняем и растягиваем язык. Ложимся. Три дыхания. Стягиванием живота. Вдох. Выдох. Тело или живот. Вдох. Выдох. Тело или живот. Вдох. Выдох. Тело или живот. Хорошо. Ноги сгибаем. Приподнимаем. Беремся за ножки, садимся. И так. Садимся вот в такую штуку. Приподнимаем таз. И я знаю, что не у всех получится. Пробуем пальцы рук, ладошки поставить за пятки. И облокотиться. Сначала вот это положение, вот, вот без касания, без веса в руках, вот такое положение, вдох, выдох. Теперь попробовали согнуть локти и опуститься на руки и стопы одновременно, вдох, выдох, потянулись вперед, вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Возвращаемся. Садимся. Садимся вот в такую позу. Икроножные мышцы в стороны. Пробуем сесть на пол. На пол. Или на пятки. То есть или вирасана с раздвинутыми коленями, или пятки. И потянулись вперед. Потянулись вперед. Вот на руки. Вот так вдоль, вокруг колени. Дышим. Вдох. Таз может приподняться. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Ладони под плечи. Садимся в этой же позе. Разворачиваемся вправо. Вдох. Выдох. В левую сторону вдох. Выдох. В правую сторону вдох. Выдох. В левую сторону вдох. Выдох. В правую сторону вдох. Выдох. Дышим животом. Вдох. Выдох. Коленочки вместе. Приподнимаемся. Ноги ширина таза. Ладошки перед собой. Ноги пригибаем, если нужно. Дышим. Втягиваем в живот. Вдох. Расслабленный наклон. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. И еще стекаем пол через макушку. Вдох. Туловище на бедрах. Выдох. Тянули живот. Легли. Давайте, мы уже сделали 4. 4. А, тут 5 вообще. 5 частей, мы 4. Но сейчас на одно дыхание сделаем все остальное. Я думаю, мы осилим. На одно дыхание у нас есть... ну, чуть-чуть больше часа будет. Зато мы сделаем, а потом... В следующий раз акцент сделаем на вторую часть. Большие пальцы. Носочки на себя, вдох. Растягиваемся, носочки от себя, выдох. На себя, вдох. От себя, выдох. На себя, вдох. Утягиваемся, расслабляемся, выдох. Хорошо. Беремся за коленочки. Покачались. Раз. Два. Встаем. Три. Руки через стороны верно. Руки вниз, выдох. Правый бок натянули, вдох. Выдох. Левый бок натянули, вдох. Выдох. Хорошо. Таз толкнули вперед руками. Прогнулись, вдох. Выдох. Вышли. Хорошо. Замочек наверху. Вдох. Толкнули замок, выдох. Правую руку тянули, вдох. Выдох. Левую руку тянули, вдох. Руки прямые, ноги прямые. Выдох. Назад натянули, копчик вниз, на носочках подняли, вдох. Выдох опустили, поменяли замок, подняли, выдох, голова вперед. Выдох, опустились. Потянулись как можно дальше пальчиками. Ноги или прямые, или присогнутые по необходимости. Вдох. Выдох. Втянули живот. Поднялись вверх. Вдох. Руки соединили сзади. Если сзади они вот так не соединяются в намасте, то предыдущее положение, таз.
пальчиками потянулись к затылку, затылку к пальцам, прогнулись. Вдох. Выдох. Хорошо. Опустились вниз. Ноги вместе. Локтевой захват. Вдох. Выдох. Тянули живот. Поменяли захват на противоположный. Вдох. Выдох. Тянули живот. Легли. Ложимся. Вдох, выдох. Расслабились. Согнули колени. Берем себя под колени. И заключительный блок. Он, ну, давайте его на одно дыхание сделаем. Первый уголок. Ладошками справа-слева. Оттолкнулись. Приподнялись в уголок. Вдох. Выдох. Соединили. Сели на пяточку. Или на коленочки. Вот так. Или перекрещенную на пяточку, перекрещенные лодыжки, симхасана, когти, вдох, выдох со звуком ха. Поменяли пятку, вдох. Поменяли. Встали. На носочках встали. Потянулись. Пятки наверху, потянулись вниз. На носочках стоим. Вдох. Выдох. Хорошо. Остались внизу. Сейчас блок на одной ноге. Внимание. Может быть сложно. Артхачандрасана. Правая рука внизу. Левая нога и рука вверху. Над головой. Вдох. Давно такой блок не делал. Выдох. Теперь руки на колено и вперед. Вдох. Выдох. Замочек за спиной. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь поднимаемся. Правая рука вперед, левая назад. Вдох. Выдох. И захват. Захват за левую ножку. Вдох. Выдох. Опускаемся вниз. Левая. Пробуем. Ничего страшного, если не получается. Все получится. Левая внизу, правая вверху. Раскрылись. Рука над головой. Вдох. Выдох. Колено. Руки вперед. Вдох. Выдох. Руки в замочек назад. Вдох. Выдох. Левая рука вперед, правая назад. Вдох. Выдох. Захват ноги. Вдох. Выдох. Опустились на лодыжки. Висим. Вдох. Выдох. Тянули живот. Колени сгибаем. Коленочки сгибаем. Живот на бедрах. Руки вперед. Вдох. Смотрим вниз. Выдох. Посмотрели вперед. Вдох. Выдох. Сели. Легли. Шавасана.
Три глубоких вдоха-выдоха. Вдох. Длинный выдох. Вдохи как вздохи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все отпустили. Лежим, наблюдаем за ощущениями в теле, за эмоциями, мыслями. Расслабляемся. Хорошо. Ноги сгибаем. Руки, ноги вверх. Стряхиваем. Хорошо, трясем. Остановились. Согнули ножки. Покачались вправо-влево. И вперед-назад. Три раза. Садимся. Наблюдаем, что поменялось. Сейчас один будет цикл с дыханием. Нам еще 2 минуты надо. Почувствуйте, что с телом, что с сознанием, что с психикой сейчас. Какие ощущения? Что я сейчас хочу? Буквально 2 минутки. Капалабхати дыхание. Вдохнули, не дышим. Щеки надули, не дышим. Не дышим. Плечами двигаем вверх-вниз. Не дышим, покрутили справа-влево. Сделали, да, вдох.
Выдох со звуком ха, втянули живот. Отпустили живот, сделали вдох, выдох, вперед руки. Руки вверх, вдох. Через стороны вверх, стороны вниз, выдох. Кончик языка на верхнем небе, вдох. Опустили вниз, выдох, вперед. Вдох. Выдох. Минута тишины. И практика благодарности. Я вас благодарю. Вспомните про формулу твердой решимости, санкальпу, и сформируйте такое положительное высказывание, ну, наподобие: я спокоен, я успешен, я здоров, моя нога здорова. Там, я успешно заключил сделку. Ну, то есть что-то совершенное уже в настоящем на фоне положительных эмоций, мысль, направленная в определенном русле, может начать вот это русло делать глубже, полнее, если мы это делаем каждую практику, не меняя санкальпы, то это будет работать с точки зрения нашего подсознания и формирования событийного ряда. Пробуйте, все это надо пробовать, но квантовость мира уже, наверное, доказана. Как только появляется наблюдатель, те же волновая структура света превращается в меняет свою структуру, да? То есть из волн она превращается в какие-то другие плотные частицы, обретает форму. Также наше намерение, оно может, ну, из чего-то такого превращаться в материализоваться. В общем, все. Я тестовое сегодня, надеюсь, это было, поделитесь впечатлениями, как это было, где сложно, не сложно. Я упрощал чуть-чуть, с дыханием упрощал. Сегодня тестовый вариант был. Я думаю, что завтра сможем пройти целый, опять вот эту первую часть, но уже полноценно, без, я спланирую время так. Вот, поднимайте, там перечислил, кто сейчас: Ирина, Ольга, Ирина, Эдик, Борис, Алевтина, Светлана, Наталья, Татьяна. Всем спасибо, благодарю и до встречи.